Всем привет! Вы на канале Аннабель. Так, Анечка, о чем мы сегодня будем разговаривать сегодня? О саженцах. О саженцах, да. Ты скажи мне, пожалуйста, вот перед тобой два саженца. Ты видишь различия в них? Да. А какое? Расскажи мне. Вот. Побега, да? Да. А тут три. Ну ладно, ну 3-4 побега не так важно. А вот по цвету листьев. А по цвету листьев вот этого желтого, а у этого зелененько. Ну, не то чтобы желтенько, оно как салатный, да, такой, да, цвет. Салатный такой. Светло-салатный. Да. Но от этого саженец хуже не становится, правильно? Да. Смотрите, вот там вот корешки есть, что одного, что у другого. Да. А ты знаешь, в чем различие? В чем? В том, что в один саженец я положила осмокот, вот этот вот, зелененький. А в другой нет? А в другой я не ложила осмокот. Представляешь, какая разница? Хотя они два полноценных саженца, таких хороших. Только один со светлыми листиками, а второй с темненькими. Да, зелено-темненькие. Ну да, такие бутылочного цвета. Вот, вот такие листики получаются. Вот это у нас без осмокота. А вот это с осмокотом. Да. А теперь смотри. На самом деле саженцы будут расти одинаково. Да, расти будут одинаково. Только тому с темными листьями больше доставалось питательных веществ, а этому чуть меньше. Понял? Вот чем отличаются растения с осмокотом и без осмокота. Видишь, по саженцам очень хорошо видно. Они такие разные получаются. Вот такие вот. Да? Поэтому из-за того, что я увидела, как растут кусты, думаю, ну вот почему у них саженцы такие получаются красивые, качественные, зеленые. Ну, вот у продавцов, да, например, Голландии. А оказывается, они используют вот такое удобрение. Осмокот называется. Есть компа. Есть агриколь, пролонгированные удобрения. Да, дочечка? Да. И что мы делаем? Мы их по чуть-чуть вносим, и получаются качественные растения. Да. Вот они сразу вот такие. Потому что все в пролонгированном удобрении в хелатной форме. Да. У тебя есть ко мне вопросы? Да. Какой? Никакого. Никакого? Mm-mm. То есть мы теперь будем так всегда использовать, чтобы у нас все саженцы были такие зелененькие. У нас просто получилась такая ситуация, что в одни мы успели вложить, а вот некоторые не успели. Но на качество саженца, видите, они оба хорошо развиты. Побеги достаточно высокие. Листья немножко отличаются по величине. Но тем не менее, когда вы получаете такой саженец, можно у себя осенью внести пролонгированное удобрение и получите тот же эффект, как на вот этом саженце. Только на следующий год, да, Анечка? Да. Все мы рассказали? Да. Ань, ну что, будем прощаться? Да. Ну давай. Всем пока, встретимся в новом видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока. Пока-пока. Вот такая вот красота.